Чтобы проголосовать, недостаточно найти себя в реестре избирателей. Как оказалось, в день выборов многие, кто нашел свои данные на электронном ресурсе, не обнаружили своей фамилии в списках на участке. Адрес прописки не меняли 39 лет, то есть это не моя, это супруга тут прописан, то есть это уже второй год подряд повторяется. Мы не получили бумажку, помещение, то есть ее мама получила, супруга не получила. Я на всякий случай в электронном виде проверил по сайту ДРВ. То есть мы нахождение там есть, куда голосовать есть, все. А вот списки регистрации по реестру по адресу, то есть фактически нет. Не нашел себя в списках и корреспондент репортера, хотя данные журналиста есть на сайте Госреестра избирателей. Это ваша жінка, так? Це моя дружина. Ну, вот она есть. Да. Может прийти проголосовать. Я розумію, мене немає, так? Вас немає не з нашої вини. Є відділ Державного реєстру виборців, так, який знаходиться канатна 134, перший етаж, 8-9 кабінет. Є директор цього відділу, начальник відділу Шурда Володимир Володимирович, який відповідає за ці списки. Ми ці списки тільки отримуємо. К слову, сам электронный ресурс в день выборов работал с перебоями из-за большого количества посетителей. Неужели техподдержка сайта не понимала, что в день выборов люди массово будут пользоваться реестром? Но вернемся к попыткам проголосовать. Необходимо уточнить себя в госреестре на месте. Ведь обращаться сразу в суд, как показывает практика, не лучшая идея. Нашему корреспонденту отказали в подаче заявления даже накануне выборов. После того, как я узнала, что меня несли в избирательный список, в будний день обратиться либо с заявлением в райадминистрацию, либо в суд. Собственно, я выбрала субботу, вот прям день перед выборами. Да, знаю, сама виновата, что это последний день, но так получилось. Когда я пришла в суд, собственно, меня отправили в один из кабинетов, в котором у них специально принимаются, видимо, заявления на рассмотрение, где мне сказали, что писать заявление нет смысла, потому что даже если его сейчас рассмотрят, то судья его отклонит, потому что уже истекли все сроки, которые только могли быть. При этом мне сообщали, что приходили и другие люди. В суде было абсолютно пусто, но абсолютно всем отказывали и говорили ту же информацию. Едем в Приморскую райадминистрацию, где и находится госреестр. Общение с заместителем начальника отдела сразу не задалось. Общение с ограниченным доступом. Мы не снимаем. Выйдите. Организация этих списков по определенному принципу. Может быть, вы немножко не на той страничке смотрели. В госреестре я себя не на той страничке смотрел. Давайте. Или на участке. Давайте. На участке это не я должен смотреть. Не будем Нет, подождите. Вы говорите, что я не там себя смотрел. Простите, это должны члены комиссии меня смотреть. Так что ж я не там смотрел? Я как сознательный гражданин проверил себя, пришел на участок, меня нету. Это плохая организация выборов? Плохая организация. Это не работает, да. После долгих пререканий узнаю порядковый избирательный номер и возвращаюсь на свой участок. Оказывается, данные фамилия, имя и отчество закреплены за другим адресом. Но игра стоила свеч. Журналист репортера наконец-то может исполнить свой гражданский долг. С боями, но нам все-таки удалось реализовать свое активное избирательное право. Константин Гречаный, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».